в отель «Пятерку» Diamond Bay. Расположен на первой береговой линии. Через дорогу от пляжа начинается первая береговая линия. Рядом у нас Ничан Центр. Идем на ресепшн. Не слабый ресепшн, хочу вам сказать. Интернет-кафе. Слушайте, ну холл вообще огромный. Есть какие-то магазины на первом этаже. Там банкетный зал, как будто под свадьбу украшенный. На 20-м этаже у нас президентский съезд Diamond Bay. Зона бассейна на 4-м этаже. Ресторан есть какой-то на 3-м. Что такое на первом International Club, к сожалению, я не знаю. И есть лобби-бар на нижнем этаже. Смотрим 4-й этаж, тренажерный зал. Ого! Слушайте, это тренажерка. Вот все, что до розовых дверей, это тренажерка. Слушайте, ну не слабо. Ой, как ярко. После темного помещения. Маленький бассейн. Ну, бассейнчик, конечно, небольшенький совсем. Но зона возле бассейна такая очень красивая. Вид на море. Вид, конечно, приятный. Ничан центр близко, ну самый центр. Diamond Bay очень удобно расположен в этом отношении по сравнению с TTC, в котором мы сейчас живем, и от которого добираться нужно до всего. Это здорово. Но в сезоны лежаков особенно здесь и нету. То есть вот всего несколько штук. Несколько штук. А, вот еще один бассейн. Вот еще один бассейн большой. Все, тогда нормально. А то я уже испугалась, если честно. Думаю, такой огроменный отель и такая никудышная пляжная зона. Все хорошо. И здесь же пляжные полотенца выдаются, потому что они здесь лежат. И тут дальше, смотрите, зона бара. Я так понимаю, напитки специальные. Смотрим, слушайте, ну огромное. Сейчас мы это двухкомнатный сьют. Слушайте, ну прикольный. Но запах не очень. Запах, да, такой спертый, просто закрытый был, наверное. Ну вот с видом на море, вид красивый. Но я бы не сказала, что он ушатанный. По-моему, он нормальный, достаточно по мебели. Не суперский, но халаты, тапочки, сейф, что-то ванная. Все принадлежности есть у нас. Две раковины, туалет и отдельная душевая кабина, вся полностью закрытая. Есть кухонный уголок сьюта, кстати, можно пользоваться, что это безусловный бонус. Посмотрим. Посуды. Кухня не пользуется или пользуется? Пользуется, но посуды нет, то есть все по запросу. Что хочу сказать по отелю Diamond Bay. Только что посмотрели спортзону. К сожалению, мне не разрешили там поснимать, так как мне захотелось. И в ресторане сейчас кушают люди, поэтому меня с камерой тут тоже попросили. Поэтому
Скажу вам о том, что очень классный здесь тренажерный зал. Для гостей он бесплатный. Если кто-то хочет прийти извне, то он за дополнительную оплату. Он супер крутой, супер большой. Это первый тренажерный зал такого размаха, который мы видели. По питанию, знаю, что у моих коллег были здесь туристы и тоже очень хвалят. Я этим отелем довольна на 100%, потому что уже расположение одно дает ему право быть крутым. Зона развлечений есть. Да, нет детской анимации, но рядом есть ночной центр. Если вы хотите, можно детей развлекать там. Планируете путешествие? Обращайтесь к нам. Наши менеджеры помогут организовать отдых вашей мечты. Звоните нам по телефонам, указанным на экране, или контакты, которые будут в описании под видео. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.